Всем привет, дорогие друзья, на связи Карси Данилчик, ребята! Сегодня со мной играет Да Нет, так это 5 онлайн и рубрика «Прыжки в высоту». Котики! Что ж, ребятки, именно здесь мы прыгаем реально под 90 градусов, разгоняясь с огромного трамплина, чтобы улететь как можно выше, ребята. Здесь нас ждет столб из 800 панелей, и чем выше мы долетаем, тем больше баллов пишем себе на счет. Все очень-очень-очень, ребята, просто. По поводу экстра баллов, почитал ваши комментарии, и мне понравилась очень самая такая интересная идея, и что мы сделаем. Самая худшая машина, которая улетит на самую низкую ступеньку, в конце приносит это количество баллов, в общем-то, тому, чья машина будет выше. Мне кажется, это прикольная тема, типа, почему бы и нет, и плюс-минус по баллам, ну, хотя, может быть, у нас все тачки на 500 улетят, кто его знает, но будет интересно, хотя такого еще ни разу не бывало, поэтому думаю, что все будет хорошо. Что ж, ребята, ставьте лайки, устраивайтесь поудобнее, не забывайте делиться роликом с друзьями, ну и, конечно же, не забывайте прожимать подписочку. Ну, а мы с тобой, конечно же, начинаем сразу сходу, поэтому по одной тачке, ребята, на жеребьевку. Так, ну, машины только из реальной жизни мы используем, и у меня попался вот такой корвет. Опа, мать, это что за буха? Ханыч такой. У меня нету нитро. Это... Давайте исправлять. Эльфард. Давай. Эльфард. Прикольно. Что ж, ребята, вы посмотрите на эту буханку, блин, вообще жестко смотрится. Вообще нормально, да? Поехали. Это вообще такая мощная. Так, ну ладно, у меня типа а-ля корвет. А, как-то странно, немножко он плывет. Ля-ля корвет. Надо. А, ну, но ты вышла, тяжелый, да. Окей, я чуть легче. А, рассинхрон двойной поймал. 230. 245, чтобы ты понимал, на 15 баллов всего лишь выше, ребята, хотя машина реально какая-то интересная попалась. Пишите в комментариях, что за тачка, знали ли вы такую или нет, а мы идем дальше. Ну и как всегда, ребята, после жеребьевки начинается самое вкусное. У меня будет 3 тачки, я был чуть выше, у Вани 2, и так будем, ребята, в общем-то, меняться в зависимости от того, кто куда улетит. Ауди какая-то, не знаю. Так, о, у тебя ламба, возможно, хорошая, но нет, это не факт, она странная какая-то. Так, у меня пятнаха, маслкарыч. Маслкарыч, кстати, быстрый. Q7, пуфлимицин. С машиной определились, ставим нитро, прыгаем. А класс 45-й против вот такого маслкара, ребята. Давайте опробовать, почему бы и нет. Удачу. Так, окей. Ребятки, напишите в комментариях, когда у вас ближайшие каникулы намечаются. Потому что вроде как в марте, а может и в феврале у кого-то. А может кто-то карантин сидит, уже каникулы, так сказать. Да-да-да. Так, слушай, хоть ну выше, да. Я легкий, прям очень легкий. У меня лёгкий. Хорошая скорость была. Так, чё у тебя? 255, то есть 255, ребята. А у меня, кстати, на сатан выше, походу. А, не, вром. 335. Да. Ну, слушай, лучшая тачка пока сегодня. А в целом, ну, хорошие баллы, почему бы и нет. Это, конечно, все радостно, ребята, но пока что читы не попадались, которые летают. И не каждый чит на самом деле здесь хорош, но тем не менее, есть у нас. Тачки первая. Прикольные. Так, это что, это стандартная да, у меня? Цепляется, да, тачка? Не помню, нет. Цепляется или нет, но быстро под капотом посмотрю. Точно. Так, а можно мне... Так, бэха, и еще одна машинка, ребята. Опа-па, а вот это имба. Что выпало? А, крузак старый, такой себе он, но он хороший очень. Бэха, кстати, бэха не быстрая, окей, на нем и буду прыгать. Нитро нету почему-то, это максимально странно. Так, в итоге Ваня все-таки взял дрифткорч, ребята. Я вот такой крузачок взял, он очень хорошо летает по двумя баллонами нитро. С одним вопросы. О, нифига ты там. О, я, конечно, в дрифте. Емать. Я в тебя врезался, короче. Вау, я врезался в лестницу, перепрыгнул, но скорости были лютые. Короче, ребят, я, наверное, сейчас под углом прыгну, потому что скорость реально была хорошая, но лестница что-то забрала меня сам. Да не, я опять врезался, ну хорошо отрикошетил колесами, получается, вверх как полетел все равно. Да-да-да, он прям легкий. Сколько это? 250 у меня опять. Ха, прикольно. Так, 250 неплохо, я еще лечу, и вот она, точка невозврата. 445, вот так вот. Вообще мне кажется, если бы... полетел, да. Да, если бы колесами не ударился, может быть, 500 было, но там максимально странно, как-то он, знаешь, отрикошетил и бумерангом полетел. Прикольно, ребята, старенький крузачок, он попадался. Кстати, прикольно, что с одним баллоном нитро он тоже летает неплохо, поэтому шикарно. Да. Так, ребятки, ну пока радостно, то есть я еще ни одного раунда не проиграл, и если не будем сдавать темпа, будет хорошо. Ёпа-мать, накаркал. Так, у тебя что? У тебя первая... бэха какая-то? Так, у меня тоже бэха. Фигня. О, Порше, кстати говоря, по идее, неплохой. О, да. Я рискну очень сильно, возьму очень медленную тачку, но, возможно, она летает. Но это не точно. Ребята, нитро прикольно, есть, поехали. Порше вообще. Порше очень хороший, наверное. Так, окей. Давай по накату разгоняйся, разгоняйся. Давай. Ема полетел. Ого.
Ого! 700 почти. Да ладно. 470 да. Всего лишь разогнал, что ты понимал. И это, кстати, походу наш экстрабал будет. 200. Да. Так, да. У тебя сколько? 490. 490. Давайте, ребят, я поднимусь вместе с вами, покажу вам, насколько да, там высоко. Емать. Себе, да. 445, вот он крузачок, и Porsche 490. Но за скоростью 700 на самом деле можно было и 800 брать баллов спокойно, но чуть-чуть не хватило где-то. Какие-то летающие, какие-то не вот именно, вот есть, именно, да. Ребята. Ну, слушай, баллы очень хорошие, как говорится, хоть один раз выиграл, но зато как выиграл. Нормально. Зато как, да. Что ж, радостно было бы, если бы я выиграл, а так не особо. Так, у меня Винена, но не настоящая, такая себе и фиговина. Так, у тебя Макларен, Геттер и десятка. Винена, да, ТР-7, ужас. Так, ну я не буду брать Винена, она хоть и быстрее, ребята, потому что она тупо цепляется. Поэтому вот такую ТР. Окей, поехали, починенная машинка на всякий случай. Ну, на самом деле, машинка у меня прям средненькая. Ну, типа, да, ничего выдающегося. О, да, Геттер хороший попался, повезло. Тебе Геттер, стачка, да. А у меня, ну, 210, типа, чуть выше, чем было в прошлом раунде. Экстрабал. У тебя как дела? Ну, чего? В смысле? 110. Да ладно тебе, это что за Геттер? 109, 105, точнее говоря. Это GTR 17, под капотом там 300 сил у него почти. Емать, нифига себе, ребята, 2 балла, нормально, почти 900, да? Баллов сразу. Ты что творишь, алё, молодой? Пяу-пяу-пяу-пяу, нормально. Понимаю. Нормально. Да, ребят, что-то по баллам прям у меня немножко глаз задергался, надо что-то хорошее, рандом. Лёха. Емать. Так, ну это херовина, прикольная, она не прыгнет. Кобра, бэха неплохая и лансер. Так, что у меня под капотом? 190... 164. Плохой Леха. А Кобра, если разгонится, будет, наверное, интересно. Так, Бэха. Бэха была вроде средняком, но, тем не менее, неплохим. Вопросы к Кобре. Так, давай. Вопросы к Кобре. Давай. Нужно баллы не давать. Ну, 460. Плохая Кобра, но, к сожалению. Ну, очень плохая. Так, ну, слушай, я прыгнул 50. Слабовато. Ты улетел опять. Улетел. Ну, а что? Она летает, она хорошая. Так, 200... Это сколько? Экстрабал новый. Ты издеваешься, что ли? Сколько? 155. Это еще нитро закончилось на переезде. Чего нафиг? Хочешь, ты насколько идеально на ней прыгнул, она настолько никогда не летала. Да, ребята, я не помню. Напишите в комментариях, кто смотрит эту рубрику всегда, сколько улетала эта бэха. Ты идеально выпрыгнул, потому что баллы хорошие. Ну а так она брала 400 точно, выше даже где-то летала. Сколько точно, не помню. Да, ребята, это мощнейший камбэк у Вани только что был. Это 1500, грубо говоря, за 2 раунда. И это очень жестко. Так, коревет средненький, так у меня МГшка неплохая, у тебя Форд и такое все. Ну, неожиданно, так, да? Максимально. Неожиданно максимально. Так, ладно, АМГ все-таки, ребята, это не СЛС. Емать, 750, что за АМГ? Да, прикольно. Еба! 400 сколько? Пролетел, 500 пролетел. Серьезно? Еба, 600 пролетел, что за Мерс? 220 у меня есть, что? Что за Мерс? Ты где? Сколько? 755. Чего? Капотом, 190 под капотом, что? Так я 191 под капотом. Чего? В смысле 755? Чего? Я вообще в ахере. Обычный Мерс. Не, ну были такие тачки, ребята, которые под капотом там 150, они улетали на 500, типа бэха какая-то, понял, попадалась. Ну 755, чего вообще? Да я вот добавил фаворит, и если попадется где-то по накату, надо его проверить, что-то он странный максимально, я в шоке. Да. Приколы. Да, ребят, я такого вообще не ожидал. Черная лошадка, мы с вами нашли новую летающую тачку, максимально неожиданно, если честно. И это под одним баллоном нитро, ребят, чтобы вы понимали. А-а-а. Так, крузачок. Кстати, Форд неплохой. Так, и хреня, которая крашит. Но и при этом. И при этом у меня тачка, которая была в первом раунде, она 240 взяла. Так, у тебя тут Форсаж, Додж. Ну, так, это я не буду считать, такие это тоже какой-то грузовик. Кадиллак? Ну давай. О, и типа Бьюика что-то, либо что-то типа того. Я попробую Форд в надежде, что он разгонится, ребята. Форд, потому что в целом-то неплохой должен быть. В XR-у я не доверяю. Так, а ты что взял? Додж. Додж хорош. Очень хороший автомобиль. Так. Окей. Давай, родимый. Главное, разгоняйся. Не, ну меня очень сильно Мерс удивил. Типа 660, хороший Форд, но у тебя Додж тоже лютый на самом деле.
Яма летит, летит, так. летит, летит, летит. Ну, 400 пролетел. 500 пролетел. У тебя там сколько? Вижу, ты летишь. А, не, у меня не так хорошо, конечно. Не тот тебе попался. Типа из новых, но да. попался херовый самый, наверное. Блин, обидно. Он на самом деле улетал очень высоко. 80. 280. Хорошие баллы. 520 у меня. Слушай, ну и плюс и минус твои три раунда, да, за два почти отыграл. Ну, блин, ребята, Мерседес, просто тайм-коды в комментариях пишите. Это было, конечно, шок. Да, серия, ребята, заряженная. Надеюсь, что вы уже поставили 100-500 миллионов тысяч лайков. Это будет очень-очень кстати. 100-500 миллионов тысяч лайков. О, да. Первый момент. О, Мазда, кстати, то самое. Так, а у меня, на самом деле, Вольво такая себе, Шевроле Импала такая себе, Кадиллак вообще фуфлемицин. А, так, а что за... Ага, у меня ой, все фиговое. Так, ребят, ну окей, давайте прыгать. Мазочка, давай. Мазочка. Мазда тройка, ребята, очень хорошая тройка. С которой я ехал наравне, но... Что-то пошло не по плану. 500 всего лишь. Ну ты нормально так-то летел. Так, повыше. У нас, слушай, 200 так, баллов сегодня будет на экстра. Так, 230 я взял всего лишь. Мы будем с тобой, видимо, всю серию сражаться, потому что... Сколько у тебя? 565. 565. Ну, она плюс-минус так и летала, ребята. Я помню, что она попадалась. Да. Мазда, конечно, хороша. Очень клевая тачка. Так, ребят, на самом деле-то раунд уже заканчивается. Время серии подходит к концу, и нужно что-нибудь хорошее прям выбивать, потому что самое время где-то что-то отыграть. У меня... Что это такое вообще? Это Мерседесина какая-то ужасная просто. ГЛС. И Реджилия еще хуже. Да, такое себе. Да, ребят, максимально какая-то нестандартная серия. Из крайности в крайность, я бы сказал. Прям максимально потому, необычно. Да. Так, ну, у меня типа Maybach Merc. Но... Наверное, будет ужаснейший тяжелый, но 200 берет. Окей. А, чуть выше улетел. Трудом. 260. 240. А, я вижу, ты чуть ниже. А я думал, ты будешь выше, на самом деле. Машина грозно смотрелась. Да ладно, погнали дальше. Ну и, ребята, последний раунд. Три машины у меня, две у Вани. Так, это Реношка какая-то. И считается, Маза, да? Вроде. Ну, считается, а что нет? Так, вот так вот. И вот так вот. Ну, типа, прыгали такие тачки, на самом деле, некоторые. Но, тем не менее, блин, у меня 300 под капотом там, 205 так, здесь. 300, херась, короче, ребята, ламба очень быстрая, но я все-таки, наверное, возьму Форд, потому что ламба, скорее всего, будет цепляться. Это та самая, которая косячная. Но я надеюсь, это будет хорошо. Ну, слабовато на самом деле, хотя... Ой, я в сторону летел еще. А ты где? Где? А я, сколько это? 200... Сколько? 280 у меня. А, вот ты где, господи, ты откуда там взялся вообще? Да, 275, да. Я в сторону улетел, я даже не видел, где ты там был. Серьезно? Я под тобой, да, чуть меньше. Так, что, ребята, мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем очень крутые тачки. Так, во-первых, давайте посмотрим, сколько у нас сегодня экстра балл. Экстра балл у нас 200 баллов. Да, самая худшая машина, которая улетает, приносит экстра балл. И именно 200 баллов, ребята, сегодня худшая тачка. Да-да-да. Ты вначале же говорил, где ты был. Так, короче, полетели, смотри, это крутые тачки. А, в общем-то, у нас тут что? 490 Porsche, 505 Getter, 520 Ford, так, Бэха. Дальше Mazda, успокойся. Ненормальный. Так, что у нас еще выше? Емать. Ну, слушай, да, сегодня, конечно, очень сильно MG удивило. Это намного выше, чем все остальное. Да. И типа 200 баллов достается мне, потому что экстра баллы, ребята, козырные. Но конечные баллы вы видите на экранах, потому что разброс сегодня был мощнейший, лютейший, я бы сказал. И, может быть, даже и Ваня победил, несмотря на то, что экстрабалл достался мне. Поэтому, ребятки, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии по этой рубрике. Всем пока! Пока!